Здорово, братва. Сегодня мы посмотрим, можно ли поиграть в 22 году в пиратку на Call of Duty Ghost. Скачал я рыбак с интернета. Руководство я оставлю под описание под видео. Рыбак Санек 77. Скачал, установил. Появились два файлика. Пробовал сразу в игру, но там старая версия, и меня не попало на сервер, а писала не актуальная версия. В общем, я скачал потом зашел в X Labs. Он обновился. Обновился я, получается, зашел в настроечки, указал путь к, получается, Call of Duty Ghost. Потом зашел в мультиплеер. Ну вот мы и в игре, получается, играть по сети. Вот, ну, я немножко уже поиграл, чтобы сменить ник, консоль, стрикаете name и вводите ник, который вы хотите. Все, поменялся ник. Здание бойца. Вот так. Сейчас играется. Здание бойца. Очки вот. Ну, играете, зарабатываете эти вот. Что здесь? Очки. И открываете. Так, пистолеты. Что здесь у нас доступно? Покупайте за эту валюту. Хотел другой. Так, ну давайте зайдем на сервер какой-нибудь, хотя бы посмотрим. Сюда зайти. Так, все, зашли в игру. Выкладка, снаряжение берем. Заказывали. Они. Ой-ой-ой. Я себя меня завалил. Мы проигрываем. И типы. Не. Вверх можно сюда забраться. О, да. А здесь у нас. А? Да, ё-моё.